Всем привет! У нас война. Война на бонусе миньоны. То есть играем за альянс Мурмур. Играем против какого-то болгарского клана. У них красный центр. Собрал новые тапки и давайте попробуем их реализовать. Да, так скажем, покажем результат. Так, давайте выберем. Давайте вот, наверное, вот на эту цель и пойдем. Возьмем вот такую вот команду, да, тут два хилера, то есть эсми взяли, да, потому что тут много героев с паразитами. Потом мы взяли Оникса, он, если что, будет Людвига, да, блочить, чтобы тот не поставил свой отхил. Ну и Ригард, ну будем надеяться, конечно, на Скади, то есть чтобы успеть ее зарядить, и она успела ультануть. Давайте попробуем. То есть Скади взял без бронереза, да, Кирилла, потому что она у меня на разлиме. Ну, надеюсь, что... Ну, она 100% пробьет эти. Так, смотрим, что у нас. Есть сразу под Лизу три камня. Мы их и запустим. Так, собрали фиол. Ой, складывается все просто замечательно. Но у нас вот эти три камня, они сейчас ее и вынесут. Да. Так, нормально. Дальше мы... Давайте дозарядим фиолетовых Ригарда. Все, теперь мы ждем миньонов. Я сейчас просто прокину камни в... Как это мы забыл? Ханну. То есть, да, потом отхилюсь сразу. Так, и давайте уже миньонов. И ультуем Скади. Так, нормально. Теперь мы ультуем Скади. Снимаем миньонов. Так, дальше мы запускаем Кобальта. Кобальта и Оникса. Так, теперь хилиться не буду. Так, надо, чтобы они сейчас тычками убили всех миньонов до ульты Скади. Хотя можно было, в принципе, и правый планк, ну, этот планк выключать. Ну ладно. Как бы по камням тут все нормально. Так. Давайте уберем. О, сам уже. Ну, тут, в принципе, все понятно. Отхиливаемся. Так. Так, ну все, Скади даже не успеет ультануть. Так. Убираем Скади. И заряжаем Кобальта. И сейчас Кобальтом будем ультовать. Так, ну и все. Да. Первый шот есть. Это отлично. Это отличное начало. Так, ну давайте начнем выбирать следующую цель. Поле обновили, и давайте выбирать следующую цель. Давайте пойдем вот на этого игрока. Попробуем вынести его. Так, пойдем давайте на него вот такой командой. Да, тут нету диспеллера, но попробуем его камнями вынести. Взял красную, да, вот такую команду. Она не самая лучшая. Вообще красными стараюсь не играть. Но думаю, по отрядам все понятно, почему я не стараюсь не играть. Давайте попробуем вынести. Не знаю, как там сейчас с камнями будет. Ну, попробуем от нашего таунта сыграть. Идеально. Так, давайте начнем заряжать нашего таунта. Так, главное не проветривать наше идеальное поле. Не прозевать. Так, все, мы зарядили нашего таунта. Так, тихо, 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 тихо. Включаем. И отхилились. И теперь что мы делаем теперь?
Так. Они еще не ультуют. Ну, можно, в принципе, включать. Давайте слева фиолетовых начнем поднимать. Так, или как делать? А, нет, да, давайте все-таки включим его. И вот так сделаем. Так. Он еще раз ультанул. Мы попробуем пробить вот так вот. Наш таунт сейчас будет держать. Сколько еще ходов он будет? Один ход. Ой-ой-ой-ой. Ну, теперь я предлагаю просто взорвать зеленые. Но если мы взорвем зеленые, то съедет вот эта красная. Красный камень уедет. А нам нужно хоть как собрать эти три красных и отхилиться. Давайте это сделаем вот так вот. Теперь главное, чтобы он... Ой, нет, не получилось. Так. Так, мы отхиливаемся. Заряжаем красных. Так, и теперь начинаем пробовать их выносить. Да, у нас срезанная атака. Я вот не знаю, в кого начать. Вот это вот Франсин, у нее навык уклонения. В нее как бы опасно, да, бить? Тогда получается, давайте начнем левый фланг пробовать выносить. Марьяной. И давайте вот прям. Хотя Йора, ну нет, не опасен. Давайте ее вот так вот начнем. Так. Отхиливаемся. И что мы сейчас, как мы сейчас слушаем сделать? Давайте просто в середину пытаться пробрасывать камни. Надежде, что приедут наши камушки. Так, все, мы заряжаем нашего синего. Надеюсь, она... Да, она не ударила по ним. Мы чуть-чуть атаку, но это сейчас снимет, да, она же диспелит. Команда не самая лучшая. Взял, конечно, команду прям... Ну, давайте пробовать ей выносить, раз уже взяли. Так. Давайте вот так вот приподнимем. Ой, это очень печально. Это очень-очень печально. Давайте все-таки вот так вот взорвем. Ой, если вылезем, то вылезем на тоненького. Так, она опять нормально не в ту сторону. Не так. Все, минус. Теперь. Давайте все-таки Йору вынесем. И зарядим нашего хиллера. Я думаю, у нас это получится сделать. Да, это очень хорошо. Теперь давайте вынесем Франсин. И что делаем? И заряжаем наших красных быстрее. Так, опять отхиливаемся. Так, давайте зарядим красных и начнем ее выносить. Так, сейчас Кирилл будет заряжен. Срезаем атаку. Я думаю, наверное, уже взрываем, да? Не будем тут затягивать уже, и как бы и так понятен результат. Так, ну нормально, команду взял, конечно, ну, не под этих противников, ну ладно. Победа есть победа, ну там и отряды, видите, такие были. Так, второй шот, это отлично. Давайте дальше смотреть. Так, выбираем следующего соперника и давайте пойдем на вот этого игрока. Попробуем его разобрать, так скажем. Пойдем вот такой вот командой. Да, тут есть Мицука. Но мы взяли Кобальта, да, потому что у него есть процент обхода ее, как бы скажем, ульты и вот этих отражений. Ну и попробуем сыграть от Сив, от контратаки.
Давайте попробуем. Посмотрим, как там будет. Так. Итак, есть желтый. Теперь главное все грамотно сделать, потому что у меня прям бывает получается. Давайте сразу в нее прокинем. Так. Три синих. Как бы сделать? Давайте попробуем вот так вот поднять и пробросить сюда вот тогда, раз они тут стоят. Угу. Так, сейчас оно ультанет и повешает эти штуки. Еще срежет ману. Тогда получается лучше, наверное, взорвать вот этот синюю рожу, да? И тогда съедут камни. Так. Сделал я, наверное, что-то опять неправильно. Давайте все-таки взрываем. Кому она срежет, посмотрим. Да, она срезала именно кобальту. Так, и это сейчас. Ну, мы сейчас зарядим наших желтых. Ой, она опять неудачно. Так. Ай-яй-яй. Давайте синих прокинем. Кобальта активируем. Ай, я он и не уклонился. Бля, сейчас нам тут просто разберут нас. Угу. Так, ну неправильно, конечно, я собрал. Ну все. Хопа. Минус. Давайте, ладно, так пробросим. Да. Неправильно собрал. Ладно, ничего страшного, пойдем туда добивать. Пойдет не добьем, он взял вот такую команду. Два желтых, три зеленых. Ну и пойдемте добивать. Раз уж оставили. Да, ну видите, опять вот составил команды и пошел не теми командами, которыми составил. Вот опять начал сам от себя собирать. Наверное, нужно придерживаться все же составленных команд. Так, ну здесь все взрываем. Тут тоже какое-то поле, что ли. Куча фиолетовых. Так, давайте заряжать. Пусть они ультуют, пока у нас стоят у ворота. Давайте здесь пробросим. Справа ударил, слева ударил. Что за шляпа? Что у него вообще за ульта какая-то? Бля. Нам тут могут еще и, так скажем, всыпать. Фрик не стал бить, потому что она может уклониться. Делаем вот так вот. Бля, ну если на разбиве сейчас пролететь, это будет прям очень смешно, но для меня не смешно, так скажем. Со стороны будет смешно. Так. Ребят, что такое? Где камни? Так. Угу. Заряжаем Инари. Давайте деда зарядим, чуть отхилимся. Отхилились. Давайте Покорога прокинем. Так.
Опять бьет, ну по всем хоть уклонился. Так, давайте, все равно у нее, потому что она сейчас будет ультовать. Да, и она не уклоняется. Так, ну все, заряжаем. Заряжаем наших зеленых и желтых. Так. Так, ну вот камень. Так, все, желтый у нас заряжен. И заканчиваем этот добив. Он что уже затянулся. Да, все. Да, конечно, неприятно получилось, что такое разбив, но ладно. Давайте дальше выбирать цель. Следующая цель. И давайте возьмем вот его. Такой вот командой, да, тут всеми силами нам нужно зарядить Людвига. То есть, если он будет заряжен, то мы, возможно, невозможно, то мы выиграли, можно сказать. Давайте попробуем, посмотрим, что будет с камнями. Надеюсь, все будет хорошо. Так. Так. Теперь главное все грамотно сделать, потому что в прошлый раз вроде там я еще не смотрел, как я там сделал. Ну, вроде сделал я что-то неправильно. Так. 9 камней. Так, давайте. Сюда троечку. Сюда вот прокинем. И вот сюда вот так вот. Так, кальмар зарядился, а это значит, что все будет отлично. Теперь мы активируем кальмара, он добавляет нам маны. Гримбл на готове. Теперь мы будем ждать миньонов. И чуть-чуть дозаряжать наших зеленых. Так, давайте вот так вот прокинем. Она все равно сейчас будет ультовать. Так. Бам, один раз. Ну ладно. Все, теперь проходим гримблом. И все, наши заряжены. Так. Хилиться, я думаю, сейчас нет смысла. Давайте включаем Людвига. И начинаем так. Мы начинаем выносить правый флаг, потом фланг, потому что фрик, она может уклоняться, да, тут сейчас будет как бы бабочки, но ничего страшного. То есть наш сейчас гримбл будет заряжаться очень быстро. И чтобы не затягивать бой, мы будем правый выключать, потому что здесь Ариэль, чтобы она их не отхиливала. Так, все, начинаем. Начинаем их выключать. Так. Зарядились. Теперь давайте отхилимся гримблом, берем их, все, наша квинель готова. Так, бам, нормально. Так, хилиться пока нет смысла, давайте взорвем вот так вот. Так, все, наши опять зарядились, ну и все. На этом. Так, можно, в принципе, даже не хилиться. Давайте левый начинаем выключать фланг. Так. И дозаряжаем. И все. И это победа. Бам. Нет, видите, уклонилось все-таки. Вот так вот сделаем. Так, нормально. Шот есть. И остался еще один тапок. Давайте выбирать следующего. Давайте выберем следующую цель. И пойдем мы вот на вот эту. Давайте попробуем. Давайте возьмем вот такую вот команду. И пойдем попробуем вынести.
Так, фиолетовый есть. Это уже хорошо. А синих нету. Это плохо. Так, ну давайте вот так вот соберем тогда сразу. И будем пробовать собирать синие. Давайте прокинем, чтобы подъезжали камни. Так. Так вот у нас зарядились. Синие, пока мы их не активируем, Ригарда не буду активировать. Нужно искать синие камни. Давайте еще раз прокинем в нее. Так. Есть синие. Давайте понемногу начнем заряжать наших синих героев. Так, есть миньоны. Так, теперь куда ударит Кингстон? Интересно, интересно. Так, ну у Локи 860 еще миньон есть. Думаю, навряд ли он его пробьет, так что давайте пока не будем и взрываем. Так. Хотя он сейчас этот этих миньонов и снимут. Так. Нормально, вреда это тихо. Тихо-тихо. Так, отхилились. Давайте грозуль и все-таки взорвем фиолетовый Крис. Так, грозуль мы зарядили. Так. А синих все нету. Тогда мы сейчас вот так вот приподнимем. И вот так вот. Вот сейчас, как если зайка, она сейчас зарядится, она уже зарядилась. И нам, походу, как сдец. Блин, неприятненько, неприятненько. Давайте все-таки тогда Ригарда они еще 100% вынесут. Так, давайте тогда все-таки ультанем. И три миньона этот сейчас повешает еще. И давайте. Так, Крис я не буду звать, хоть они и три заряжены, потому что если еще Кингстон будет стрелять, хотя он там, мне кажется, хуже уже не сделает. Угу. Ну, Ригер тут стопудово отъедет, когда зайка. Так, ну сначала, еще у нас сначала миньоны, и этот повешает на первой ульте. Ну, перспективы, скажем, такие печальные. Перспективы печальные, так. Угу. Или взорвать уже этот Крис красный. Ладно, давайте взорвем, наверное, его. Пусть по максимуму прокидывается. Может, что-то еще и получится. Так, ну все, пошел. Минус. Если Ригард останется жить, это будет, блять. Молодец. Опа, и нету. Так, ну, знаете, еще как бы нормально. Знаете, как мы сейчас сделаем? Тогда мы до заря... Так, мы Кингстона, наверное, Фенриром вынесем. Да. Он сейчас у нас отхилится. То есть Фенрир, он хилится. Это очень хорошо. Теперь мы ультуем Морелем. Так. Так, так, так. И нам нужно зарядить Сишат. И потом уже взорвать Крис. Попробовать как-то так сделать. Хотя давайте я, наверное, лучше взорву сразу Крис, чтобы... Так, тихо. У нее осталось 94. Мы ее с камня... Давайте все-таки в зайку, наверное, попробуем. Так.
Так. Так. Давайте, наверное, все-таки в зайку выносить. Хоп. Нормально. Так. Сейчас она ультанет. И как нам ее вынести? Вот я не знаю, фиолетовый ее один камень навряд ли ее вынесет. Хотя 94. Ну давайте попробуем. Так, да, других пока не видно. Так, тык. Все-таки повезло. Так. Неужели? Неужели затащили? Так. Давайте Морель и Фенрир. Ладненько. Ладненько, давайте. Вот, блять, что-то не посмотрел. Честно, не видел. Так. Так, ну не хватало, чтобы мы еще это. Так. Ну, Фенрир здесь будет тащить, потому что он как бы хилится нормально. Последний тапок, потому что был. Там еще поле, не поймешь, последнее нет. И я вот пошел сбрасывать. Так. Нормально. Ну что, ребят, вот такая вот получилась война. Давайте глянем, сколько мы набрали очков. А набрали мы 280 очков. Ну, нормальный результат. Хотелось бы, конечно, все 6 шотов сделать, но получилось так, как получилось. У нас остался 51 тапок. У соперников осталось 20 тапков. Результат прикреплю в сообщениях. Ну, конечно. Все, всем отличного настроения. Всем пока.